В 2017 году на обеспечение граждан социальным жильем планируется направить около 3,5 миллиардов рублей. В текущем году одной из основных задач станет ужесточение контроля за строительством жилья с привлечением бюджетных средств. Кроме того, разрабатывается комплекс мер, которые позволят поддержать спрос на рынке жилья, в том числе эконом-класса, сообщает сайт правительства со ссылкой на министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безгулова. На Дону стартовала весенняя посевная кампания. Районы Центральной, Орошаемой, Приазовской и Южной зон посеяли яровые культуры на площади более 60 тысяч гектаров, что составляет 6,5% от всей планируемой посевной площади. Большую часть составляют посевы зерновых и зерно-бобовых культур. Кроме того, начался сев технических, овощебахчевых культур и картофеля. Под урожай текущего года осенью 2016 года был проведен сев озимых культур на площади 2 миллиона 500 тысяч гектаров, в том числе зерновых. На середину марта из всех засеянных площадей озимых зерновых культур зашло 2 миллиона 300 тысяч гектаров, а это более 98%. Ростовская область отстает в выдаче льготных кредитов аграрным предприятиям. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Константин Рачаловский. По его словам, потребность в коротких кредитах на весенние полевые работы составляет порядка 20 миллиардов рублей, и только 2,5 выданы. Напомню, в этом году изменились условия предоставления льготных кредитов. Если раньше заемщик получал займ по рыночной ставке и затем получал компенсацию от государства, то теперь появилась возможность сразу получить кредит по ставке не более 5% годовых. 270 миллионов рублей потратят городские власти на летний отдых ростовских школьников. Средняя стоимость путевки в санатории составляет примерно от 16 до 20 тысяч рублей. Всего отправить планируется 15 тысяч учеников. В самом городе для школьников также подготовлена обширная развлекательная программа. Работают секции, проводятся разнообразные экологические акции в парках, организуются походы в театр, аквапарки и дельфинарий. Почти наполовину вырос пассажиропоток ростовского аэропорта за февраль этого года по сравнению с прошлым. Наша аэрогавань обслужила за месяц почти 170 тысяч пассажиров. Наибольший прирост трафика показали зарубежные направления, об этом сообщает пресс-служба ростовского аэропорта. 360 миллионов рублей составляет долг футбольного клуба «Ростов». Основная часть – налоги на фонд оплаты труда. Это почти 250 миллионов рублей. Вторая часть – премиальные основному составу и тренерам за осенние игры. Это около 110 миллионов рублей. Причина долгов в том, что в предыдущие годы доходы клуба и расходы не были сбалансированы. Расходы в значительной мере превышали доходы. С июля прошлого года удалось существенно переломить ситуацию. Задолженность по налогам и премиальным за прошлый год планируют закрыть до конца апреля. Об этом сообщает областная администрация. Демонтаж гиперларька «Бояркино» выполнен на 60%. Закончить подрядчик обещает к концу апреля. К декабрю на этом месте планируют возвести двухэтажное здание, которое впишется в архитектурный ансамбль исторического центра города. Ход работ проинспектировал глава ростовской администрации Виталий Кушнарев во время традиционного субботнего объезда. Если говорить о удовлетворенности, могу заявить откровенно, что ходом работ удовлетворен, все идет в соответствии с нашими договоренностями. Мы в активной фазе сейчас находимся в стадии разборки сооружения. По сути дела, вы сами видите, в каких стесненных условиях работают строители, наши подрядчики. Работа идет в тот момент, когда, по сути дела, идет городской шум. В 6 часов мы прекращаем работу и заканчиваем демонтаж здания. Оценил градоначальник и преимущества низкопольных автобусов, работающих на экологически чистом газовом топливе. Такой общественный транспорт позволит не только снизить загрязнение городской среды, но и обойдется городу в эксплуатации в 2 раза дешевле. С заправкой такого транспорта проблем тоже не возникнет. В городе в этом году планируется к строительству минимум 2 заправочные станции. Для как раз таки вот для заправки автобусов, которые мы будем приобретать на газомоторном топливе. 25 таких машин закупят уже в этом году. Заключительный пункт субботнего объезда главы администрации – конкурс «Лучший специалист МФЦ города Ростова-на-Дону», который проходит уже в третий раз. Соревнуются в различных сферах 8 конкурсанток, каждая –
представляет один район города. Самая зрелищная часть – творческие номера на тему 7 и 8. Это 7 лет МФЦ в городе Ростове-на-Дону. Праздник сам 8 марта – это та дата, которой приурочен конкурс. Поэтому это основополагающие моменты. Таким образом, мы будем стимулировать наших сотрудников для того, чтобы они поняли и знали о том вкладе, который они делают для наших горожан, для всего нашего населения. Критика состояния ростовских дорог справедлива, заявил заместитель градоначальника по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев и добавил, что с ямочным ремонтом придется смириться. Без него движение в городе просто остановится. При этом сложившаяся ситуация не столь критична, как кажется. За последние 2 года отремонтировано более 2,5 миллиона квадратных метров дорожного покрытия. Только в начале 2017-го повреждения устранены на 800 дорогах. Текущий год выгодно отличается от предыдущих. Город получит 1 миллиард рублей в рамках программы «Безопасные и комфортные дороги». Еще 1 миллиард Ростовская область должна выделить в рамках софинансирования. Объявлены аукционы. И аукционы у нас пройдут до 31 марта текущего года. То есть это вот уже на все 2 миллиарда рублей. Контракты будут заключены до 15 апреля. После 15 апреля начнутся уже у нас активные дорожные работы. Основную массу работ проведут летом, в разгар сезона отпусков, и обещают завершить к сентябрю. Ремонт затронет все районы Ростова. В списке 80 магистралей, в их числе мосты на Сиверсе и Стачке, улица Доватора, Шибалдаева, Стадионная и Большая Садовая. Срок гарантии на ростовские дороги сократили с 5 до 3 лет. Такое решение связано с непростым дорожным наследством Ростова. В основном наши магистрали в Ростове строились 50, а то и более лет назад. И не имеют под собой нормального основания. В прошлом году ремонтировали Большую Садовую. А вы заметили, когда сняли асфальтобетонное покрытие, там красные слои? И это просто кирпич. Бой, битый, и да. Строительный мусор, и что угодно, чего в приоре не должно быть. На капитальный ремонт таких объектов необходимо совсем другое финансирование. Всего же в Ростове более 20 миллионов квадратных метров дорожного покрытия. Чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, ежегодно нужно ремонтировать четверть этой площади. К числу факторов, отрицательно влияющих на качество дорог Донской столицы, отнесли и частые колебания температуры. Уникальная у нас территория, где у нас, переход через ноль практически самый большой, в количестве раз больше всего в России. До 50 циклов, до 45 может доходить. То есть от минуса до плюса. А сами себе прекрасно понимаем, что такое, когда идет лед, расширение, сужение и так далее, которое влияет на все это, на покрытие и так далее. Больше 200 свалок ликвидировали в Ростовской области за год. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Склады мусора обнаружили во время проверок сотрудники экологического надзора. В итоге 70 человек привлекли к административной ответственности. Штрафов наложено на общую сумму более 1 миллиона рублей. За незаконное недропользование размер штрафов составил более 4 миллионов. В 2 миллиона рублей обойдется городским властям содержание фонтана на Театральной площади. Такую заявку на портале госзакупок опубликовало управление благоустройства. Подрядчик, который станет победителем электронного аукциона, должен будет подготовить фонтан к пуску воды, проверить все коммуникации и трубы, после чего обеспечить порядок и чистоту в чаше. Уборка мусора на территории вокруг фонтана тоже останется на совести подрядчика. Кто будет выполнять работы, выяснится после 23 марта. Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартовала в Ростовской области сегодня. По телефону 249-34-44 или 020 с мобильного можно рассказать о распространении, перевозке и хранении наркотиков, а также об изготовлении, склонении к потреблению и о наркопритонах. Анонимность гарантируется, сообщает управление МВД по Ростовской области. Защита проектов по сбережению природоохранной зоны реки Темирник прошла в Академии строительства и архитектуры ДГТУ. Авторы работ – студенты 4-го курса кафедры инженерной защиты окружающей среды. Проект вырос из курсовой работы за год. К работе в поле перешли в сентябре 2016-го.
У нас было несколько выездов, не только групповые, но и мы каждый в отдельности в свое свободное время мы выезжали на объект, фотографировали его, искали источник, общались с местными жителями. Мы расспрашивали о том, как происходит у вас эта чистка, убираются ли люди, как выследить за чистотой. Результаты неутешительные. Множество очагов несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, заиливание дна многолетними отложениями. Устье реки Темирник больше похоже на сточную канаву, нежели на возможную зону отдыха ростовчан. Такую ситуацию надо исправлять, отмечает Юрий Погребщиков. Этот проект не решится горсткой людей, какие бы они ни были талантливы или способны. Этот проект решится, когда мы вот сами пересмотрим свое отношение к среде обитания. Вот для этого есть мощный посыл. Река Темирник – это мощный посыл, это такой, знаете, тест. Вот хотим мы изменить качество своей жизни или не хотим? Проблемы намерены решать. Для этого студенты определили точки мониторинга, составили карту несанкционированных свалок мусора и предложение по обустройству водоохранной зоны. Добровольных помощников для 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов подготовят в ДГТУ. Здесь торжественно открыли Центр по привлечению и подготовке волонтеров. Ректор Бессарион Месхи и сопредседатель Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев подписали соглашение о сотрудничестве. Ну что, поехали? Двадцать таких центров. В разных регионах страны подготовят более 7000 добровольцев. Желающих немало, поэтому конкурс серьезный, 6 человек на место. Юлия Боровец – одна из претенденток. Я проходила школу волонтера. Нам давали ситуации, нам рассказывали, что нам необходимо идет, какие вообще бывают мероприятия. И вообще этика поведения волонтера в принципе. Вот. Это довольно интересно, потому что, ну, честно говоря, я видела разных людей, которые пришли в волонтерство просто так, не проходя школу волонтера, и тех людей, которые действительно проходили школу волонтера, и уровень развития гораздо выше. Мы будем обрабатывать все заявки, которые поступают к нам от желающих стать волонтерами Всемирного фестиваля, и будем проводить с ними интервью. У нас волонтеры будут на фестивале работать по 14 функциональным направлениям, будем определять, к какому направлению они подходят. И в дальнейшем, после отбора, будут проходить тренинги, мастер-классы и обучение для того, чтобы они успешно отработали на фестивале. Волонтеры должны пройти онлайн-регистрацию, заполнив анкету прямо в волонтерском центре. Крайний срок подачи заявок на фестиваль для участников – 15 мая, для волонтеров – 31 марта. Также в ДГТУ заключили договор о стратегическом сотрудничестве между опорным вузом, российскими студотрядами и Ассоциацией волонтерских центров. Опыт организации волонтерской работы у опорного вуза большой, отмечают участники встречи. Кто, если не опорный университет, должен стать центром такой опорной точки? А то, что мы будем работать, в этом не было сомнений. И когда мы были в Сочи, тогда я, выступая перед вице-премьером Мутко, и когда все присутствовали, все остальные ректора, я и предложил как раз вопрос о создании как раз здесь наследия именно и продолжать работу в этом плане. Продолжать подготовку как раз волонтеров не на 17-й год, не на 18-й, а на будущее. Самое главное, то, что очень здорово, что мы сегодня и с Федеральным агентством по делам молодежи, и с вузовским сообществом, и с Ассоциацией волонтерских центров обсуждаем вопросы дальнейшего, вопросы наследия, то есть дальнейшего создания и функционирования ресурсных центров, крупных, региональных, которые бы могли, на которые могли бы все опираться, и волонтеры наши бы участвовали в различных мероприятиях различного уровня. Мы не сомневаемся, что это будут лучшие и наиболее опытные ребята, которые уже попробовали себя в других событиях и вообще, в принципе, участвуют в социальных проектах как университета, так и области в целом. Ну и мы сегодня обсуждали задачи, которые будут на потом, так сказать, на после фестиваля. Да, мы не планируем останавливаться в октябре. Мы хотим использовать ту возможность, которую подарила страна для проведения Всемирного фестиваля, в системную работу, открывать здесь ресурсный центр по развитию добровольчества в области и вовлекать ребят в реализацию инициатив областных, региональных, не только студентов, не только молодежи, но осознавая, что ДГТУ – это центр активности во всем регионе, вовлекать людей разных возрастов.
В новом центре будет действовать 14 функциональных образовательных направлений, таких как медицинское сопровождение, сопровождение делегации, работа в медиацентре и на объектах, работа по обеспечению безопасности. Иными словами, волонтеры будут вовлечены во все процессы, связанные с организацией фестиваля. В музыкальном театре чествуют финалистов муниципального этапа всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года 2017». За звание лучшего в различных номинациях боролись 39 педагогов. Призерами конкурса стали 15 учителей, воспитателей и педагогов-психологов школ и детских садов Ростова. Победители городского этапа отправятся на региональный, который пройдет в середине апреля в Таганроге. Я желаю удачи всем тем, кто представлен в числе номинантов. Я желаю всем тем, кто выйдет на следующий этап отбора. Но самое главное, я хочу пожелать успехов и удачи всем учителям, потому что от нашей с вами работы зависит уверенное будущее нашей страны. В профессиональном конкурсе педагоги соревнуются 28 лет. Как заметили организаторы, год от года уровень работ постоянно растет. За это время много что менялось, менялись условия конкурса, ставились новые задачи. Оставалось одно неизменно. Конкурс позволял найти талантливых педагогов, определить лидеров, которые в дальнейшем становились действительно локомотивом в педагогике. Слова поздравления, яркие номера детских творческих коллективов чередовались с торжественным вручением сертификатов победителям конкурса в размере 35, 60 и 100 тысяч рублей. Лауреатов номинации «Учитель года» наградил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев. Два года подряд мы были победителями областных турниров «Учитель года». И хочу, чтобы эта добрая традиция, конечно же, продолжалась. В прошлом году наш город прославил учитель 11-го лицея, учитель русского языка и литературы Андрей Барашев, который стал победителем всероссийского конкурса «Учитель года» и получил в Москве диплом и привез оттуда хрустального пеликана. В этом году первое место в главной номинации конкурса заняла учитель истории 14-го экономического лицея Елена Чернышова. Сертификат на 100 тысяч рублей в руках. Елена Михайловна, еще раз ваши аплодисменты, фотография на память. Хочется, чтобы у детей было представление о том, что история – это не мертвая, а живая наука, чтобы они понимали, как жили их предки, чувствовали их страдания и боль, может быть, иногда, может быть, и радость. Поэтому я стараюсь сделать историю для них живой. И таким образом дети хорошо знают и любят этот предмет.